3 августа в соответствии с законодательством в здании администрации Десногорска прошло распределение эфирного времени на канале Десна ТВ. Заявки были поданы от Десногорского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия», Смоленского регионального отделения политической партии ЛДПР, от кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по единому избирательному округу номер 15 Олега Алексеевича Каравашкина, от кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по единому избирательному округу номер 15 Михаила Васильевича Лосенко. Согласно поданным заявкам, эфирное время было распределено с соблюдением законодательства. График выступления кандидатов будет опубликован на официальном сайте телекомпании «Десна ТВ».